Всем привет! В прошлом уроке я показывал, как сделать мини-книгу в InDesign. Я сделал параллельное видео. Вот мы сверстали нашу книгу. Я надеюсь, у вас она красивее получилась. И затратили то же самое 20-25 минут на нее. Ну, понятно, это больше, но час, два, три, ну, четыре. Все зависит от сложности. За день рабочий, в принципе, можно вот такую книгу сверстать очень замечательно. В прошлом уроке это было 20 минут. Ну, понятно, есть халтура, но для домашнего использования пойдет. Итак, что нам надо дальше сделать? Нам надо дальше сделать удобный для нас формат для печати. Как это лучше сделать? Файл, экспорт, нет, извините, принт-буклет. Итак, выбираем. Во-первых, посмотрим, что нам превью показывает. Ага, перевернем. Print presets у нас нету. Давно я не открывал. Значит, открываем print settings. Setup. Переворачиваем. По центру. Scale to fit. Я думаю, не надо. Так, print presets у нас нету, это мой принтер. Мы сделаем Adobe PDF, чтобы сразу у нас был файл в PDF, который потом мы откроем в Акробате и будем печатать на нашем принтере. Если у вас принтер дуплексный, то вам повезло. Если не дуплексный, то ищите как по документациям, как правильно печатать. Ну, если будет интересно, я и это покажу, если вам надо будет. Поэтому в комментарии. Все в комментарии. Mars and Blitz не ставим. Output не ставим. Графика. Это не нам все равно. Нажимаем ОК. Смотрим наше превью. Замечательно. Does fit the current size. Click print settings. Обязательно large paper size. Обязательно to fit. Не знаю, что он хочет. Вроде ж 4 ему указали, да? Было 4, было. Тогда поставим кастом. Пусть будет так. Тогда ругаться никто не будет. Так, первое, 116. Это самый простой способ распечатать. По какой причине? По той, что вот у нас первое, 16, мы сгибаем пополам. И ставим здесь две скобы. Раз, два. Или прошиваем. Делаем, что хотим, чтобы ее скрепить. 116 это у нас получается. Делим на 4. Тогда мы узнаем, сколько нам необходимо листов бумаги. То есть в данном случае это 24 листа. Согласитесь, это немного для книги. 24 листа, пробить ее можно, если было там побольше, тогда да, была проблема. Сложить мы сложим, все будет у нас хорошо. Даже можно будет потом обрезать, если что, чуть-чуть, если у вас есть такая возможность, гильотиной какой-нибудь. Все, смотрим, 2115 это уже оборот, поняли, да? Тут у нас первая страница, переворачиваем, как бы листаем. Вот у нас вторая страница. И так далее. Будет потом третья, внизу четвертая, вверху пятая, шестая и так далее. В самом конце у вас должно быть 58-59. И говорим print. Наша папочка. Назовем автостопом, сохранить. Оно печатается какое-то время, а потом, когда закончит, оно нам покажет нам наш PDF. Все. Дождаться, чтобы оно открылось.
Ну давайте посмотрим. Ну как-то оно будет долго, как у меня. Готово. Все, теперь мы можем печатать. Можете обратить внимание, 112, 5 и так далее. Внизу у нас будет страница 58, 59. Сейчас покажу линию вот посерединке. Мы потом уже можем пробивать, прошивать, делать все, что хотите. Спасибо за внимание, спасибо, что дослушали урок. Пишите в комментарии, задавайте вопросы, с радостью ответим. Пока, подписывайтесь.